печенье у меня. Собираются друзья, все пришли, но нет тебя. Ты не пришла. Что случилось вдруг с тобой? Ты не пришла. Я ждал и верил. Ты не пришла. Я не желаю быть другой, только с тобой, с тобой одной. Телефон вдруг зазвонил, голос в трубке сообщил: извините вы ее, она не придет, потому что гололед. Она не придет, лежит в больнице. Она не придет, но вам привет передает и в гости зовет. Она вас ждет. Оставляю я гостей и бегу в больницу к ней. Мгновенье это оба ждем, мы снова вдвоем. Ведь это главное сейчас, мы снова вдвоем, мы снова вместе, мы снова вдвоем. Невзгоды все переживем, с тобою вдвоем, с тобою вместе.